Здорово, ребят! Сегодня будем делать слайды для дрил-бита. Написал такую легонькую мелодию. Рандомайзерил ее с помощью клавиши Alt-R и накинул Сатурн. Брутал компрессор. Без него вот так звучит. С ним вот так. Это Omnisphere LA Custom C7 Pop. Ну и следующее, что мы будем делать, это писать басовую партию. Она у меня уже написана. Мы по корневым нотам кидаем бас. И затем выставляем такими маленькими квадратиками другие нотки. Затем вот нажимаем на такой треугольничек. Это называется слайд. И выставляем на октаву выше, чем у нас предыдущий идет звук. И так играем все выше, ниже. В общем, когда он начинает здесь, он сам вот этот слайд начинает звучать от самого начала ноты. И потом уходит. Если его стянуть, то он будет звучать плавненько по всей длине ноты. Вот оно как звучит. Довольно-таки неплохо. Качево. В общем, просто мы берем басовую партию какую-нибудь, басовую нотку. Сейчас на новом покажу. Бас. И вот он звучит как, ну, просто басовая мелодия. Нажимаем слайд и выставляем на октаву выше. И вот он по всей ноте плавно. Это можно сделать вот этим треугольничком, а также нажать два раза левой кнопкой мыши. И вот здесь будет такой треугольничек слайд, нажать accept. Если мы сделаем меньше, то он будет в самом начале сразу же. И мы можем просто разделять теперь. Так. Оно вроде бы все так на самом деле просто, ребят, пишется. Затем накидал кик. Он идет поверх просто баса. О, это не кик, это хай-хет. Хай-хет просто накинул. Такая получилась мелодия. Кик я накинул такой же, как и бас, то есть по тем же нотам. И снейр поставил по дефолту. Да. На басе немножечко поигрался с басом. Нажимаем такую кнопочку. Recompleted Effect. И крутим кнопочку Boost и EQ. Это увеличивает у нас и громкость, и прям добавляет такого сочности, того сочного звучания в бас. Очень рекомендую использовать это все. Ну и слушаем, что у нас получилось вместе. В общем, как-то так. Плотно звучит бас. Без этих всяких штучек вот он как будет звучать. Практически его не слышно.
Это вроде бы мой первый такой видеоурок по дрилу, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, спрашивайте, может быть, что-нибудь помогу. И попробую разобрать, может быть, какой-нибудь другой урок. Ой, не другой урок, а какой-нибудь другой стиль. В общем, пишите, будем пробовать, как вам такой материал подачи. Стремец, наверное, будет во вторник. Все, ребят, всем пока, всем хорошего настроения, всем всего хорошего. Bye-bye.